Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И сегодня такое произошло. Я спал. И мне приснилось, знаете что? Самый секретный способ моего деда, как превратиться и как попасть... Ой, в какую вселенную ты себе даже не представляешь. Но для этого нужно проделать очень-очень серьезный ритуал. Ты готов к такому пройти вместе со мной? Я сразу скажу, пожалуйста, не повторяй это дома. В домашних условиях не нужно это делать. Все эти трюки проделаны профессиональным каскадером мной. Вот, поэтому приступим. Такого даже в гугле не найдешь. А дед мой это знал. Пошли. В первую очередь нужно 5 раз хлопнуть в ладоши. 1, 2, 3, 4, 5. Потом нужно выпить стакан воды. Ой, я сейчас пасусь. Потом нужно почесать сосок. Это не я придумал, это мне приснилось. Это способ деда. И второй на всякий случай. Вот. Потом нужно заглянуть под подушку. Ага, ну тут вроде ничего. И предпоследняя задача. Обязательно нужно поставить лайк на вот это видео. Обязательно. Без лайка этот способ деда никак не сработает. Ты же знаешь, что способ деда всегда работает. Просто нужно выполнить все пункты. В этом способе деда есть пункт поставить лайк. А-та-та! Поставил? Ну поставь, пожалуйста, чтобы мы наконец-то уже быстрее телепортировались в этот тот самый мир и стали теми самыми. Поставил, пожалуйста. Пожалуйста. Можешь еще на канал подписаться, когда способ 100% сработает. Все. И последний пункт. Нужно выпрыгнуть в окно. Да. Но это способ деда, я на него рассчитываю, я уверен, что все сработает. Поэтому потопай. Аревуар, подписчики. Но я ж не умру, да, дед? Я дед слышал, то он бы ответил, наверное, но... Ладно, пока. Ты себе не представляешь, как я обосрался, когда я летел с окна. Я думал то, что способ моего деда не сработает. Но не надо это пытаться сделать в домашних условиях. Если такую же хрень проделаешь и выпрыгнешь в окно, то ты скорее просто умрешь, а не ты проехнешься в мир Майнкрафта. Поэтому не надо, не надо. Так. А что у нас вообще тут за проблема? Кого лечить? Я понимаю то, что опять лечить меня нужно. Но что за проблема? Что не так опять в этой серии? Я вижу какой-то, мать его, рычаг. Мне интересно, что делает вот этот рычаг. Пока никаких монстров я не вижу. У меня есть автомат, но автомат нужно перезарядить на всякий случай. А, у меня патронов нет. Замечательно. Патронов нет. Стоп, у меня есть лук! Ладно, давайте спустимся сюда. А, мне кажется, если я тут спрыгну, то, в принципе, я же не поломаюсь. Я же ноги себе не поломаю. Все нормально, пока все нормально. Что это за рычаг и что он делает? И почему он появился вот тут в этой серии, а? Эдисон! Это точнее я, только мое тело. Тут за фигня. Ладно, давайте посмотрим. Мне просто даже интересно, что делает этот рычаг. Твою матушку! Чё это такое? Не мама, а моему телу ногу оторвала! Признавайтесь, это хейтеры? Есть ли тут хейтеры? Это хейтеры меня подставили? Это хейтеры заминировали мою ногу? Я этого даже не знал. Я пришел, вижу какой-то рычаг тут. Я на него нажал, а они, походу, мою ногу заминировали в моем теле. Нашел я себе приключение на задницу. И что мне сейчас делать? Так, ладно. Что бы сделал мой дед на этом месте? Думай, Эдисон, думай! Идея! Так, хорошо. Мне нужно восстановить себе ногу, потому что без ноги я точно жить не буду. Мне нужно восстановить себе ногу, только как это сделать? Но у меня есть идея. Мне нужно тпхнуться, телепортироваться в параллельный мир, в параллельную вселенную, где живет еще один такой же Эдисон. Украсть у него ногу, то есть отрезать ему ногу, но ему она же не нужна. А вот этому Эдисону, которая в этом мире, она нужнее будет. Да, я, наверное, Рик и Морти пересмотрел. Но ничего страшного. Есть ли у моего деда какой-то способ, с помощью которого можно телепортироваться в параллельный мир?
А как я смогу телепортироваться куда-нибудь? Способ. Я ж не сам дома живу. Я помню, что мой соседушка недавно купил. Ща, подождите. Как? Как эта хрень работает? Алло, запускайся. Мне нужно тпхнуться в параллельный мир, где есть такой же Эдисон, как я. Мне нужно отрезать ногу ему и восстановить вот этому Эдисону. Хейтеры заминировали, понимаешь? Как эта хрень запускается? Ну! Да! Твой! Здорово. Так, это я где появился? А чё я в каком-то маленьком, точнее наоборот, гигантском мире нахожу? Ах ты шайтан-машина! Ладно. Зато я вижу себя! Спит, значит, суслик мой. Ну, точнее, я же сплю, но только в параллельной вселенной. Короче, неважно. Мне нужно к нему добраться. Только я вообще не понимаю, почему я появился таким же маленьким. Мне сейчас нужно идти к нему и как-то у него украсть ногу. А у меня отметка. У меня тут... какая отметка? Что это такое отметка? Что за предмет отметка? Ладно. О, сундук. Так, ага. Меч, дробовик и еще отметки. И патроны. Патронов у меня на самом деле не так уж и много, у меня только 6 патронов, зато есть меч. Мне нужно как-то добраться до своего тела. Отпилить ему ногу, забрать эту ногу себе и... замотать ее скотчем в настоящей вселенной, реальности. Только как мне туда добраться? Что вообще за игрушечный такой мир? Почему я появился вообще маленький? Вертушка. Слушайте, мне сегодня везет. Так, как мне сюда забраться? Чё там? Ядрить, колотить, это... Там кто-то был. Давай, сваливаем отсюда как можно скорее. Сваливаем. Ага, бензина нет. Зашибательски. А кто там был? Вы видели то, что там тоже кто-то был внутри? Там крысы или тараканы. Тараканы 100%, как у меня дома. Последнее время появились. Хорошо. Если Магомед не идет к горе, значит гора пойдет к Магомеду. Я пойду сюда к этим тараканам и посмотрю, что они там прячут. Может, у них есть топливо для этого вертолета. Фиг его знает. Гном! Слышь, петух! Да! Сколько же вас тут нафиг? Тараканы проклятые! Лучше бы вы реально тараканами были, а не гномами! На ты, собака! Еще 3 осталось. Это Дед Мороз какой-то в труселях бегает? Нет, шапка Дед Мороза. Ты наркоман, да? А чё ты там прыгал? Шапка Дед Мороза, дубинка, трусы с сердечками. У вас тут тики-тики-дрики-дрики, да, были вот это самое? Почему тут 6 мужиков, или сколько там, вас больше мужиков было? Гномы в трусах развлекаются парадами. Смотрите, кровушка. У них так просто ночлежка тут была. Хорошо, что... Опа-на! У вас тут автоматики, пулеметики всякие есть. Прекрасно. Калаш я уже нашел. Так, на дробаш у меня патронов нет, зато есть на калаш. Что тут есть еще? Пожалуйста. Да-да-да-да! Бензинушка мне пригодится, потому что я как раз-таки сейчас заправлю парашют. Ну, парашют тоже, в принципе, понадобится в случае какого-то экстренного катапультирования. Что тут есть? Зашел эту вечеринку! С4! Тоже пригодится. Ладно, прекрасно, все прекрасно. Потопали. Мне нужно сейчас пойти заправить вертолет и добраться как-то до своего тела. Но что самое главное, мне нельзя себе. О, лаги! Мне нельзя себя разбудить. Так, заправим. Я сказал полетель. Ой, я как бы тоже не умею на вертолете летать. Ну покурайте! Как этой хренью управлять? Там еще гномы. Так как этой хренью управлять? Куда я вылетел? Так, это все очень... Я падаю. Слушайте, ребята, как этой занозой задницы управлять? Я что-то вообще ничего не понимаю. Мне нужно туда полететь. Куда я вообще в зал вылетел? На самом той истории, что-то знакомое. Это... Куда я вообще...
Куда меня ты пихнула? Это шайтан-машина! Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, мне нужно добраться как-то до себя. Только там вот эти гномы охраняют эту комнату. Почему у меня же в параллельной вселенной есть охранники-гномы? Гномы! Гномы! Они на меня нападают! Так, нужно сюда припарковаться где-то наверху и просто расстрелять этих сволочей. Да-да-да-да-да. Воу-в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 оу
воздушный вертолет нет, но я вроде справился. Жопошники, идите сюда. А, вы меня уже видите. И вы тоже можете сюда подойти. Оу, вы! Минус один, минус два, минус три. Да, я в КС-ку играл, я стрелять умею. А вот вы! Смотрите, какой я вам Дед Морозик и подарок принес. Держите. А, еще. Прекрасно просто. Так, я себя не разбудил? Вроде не разбудил. Так, как мне туда добраться? Давайте мы продумаем план отхода, прихода, капкана и всего остального. У меня есть портальная пушка, я смогу тпхнуться в любой момент. Мне нужно как-то туда добраться. Я вижу то, что вот тут есть какой-то проход. Давайте мы сначала заберемся сюда на часы. У меня есть парашют еще на всякий случай. И срака овечки. Которой ничего нет. Это овечка же? Это овечка. Главное не шандарахнуться. У меня типа есть парашют, я его буду на всякий случай в руках держать, но лучше, конечно, не падать, потому что мне как-то нужно забрать. Твою да сраку, как я испугался, сволочи, это все за вас! Где вы? Куда вы попадали? Ах ты, а вот ты сюда залетел, минус. А ты не умер? А как их убить? Слушайте, бессмертные гномы какие-то просто получаются. Тут есть какой-то проход? Да. Не! Гномы бессмертные! Минус. Все, все умерли? Фу, я уже думал то, что мне кобзец просто. Но я как-то справился. Ладно, я сейчас быстренько... Извините за стакан, я надеюсь... Нет, мой не... Я знаю, у меня очень крепкий сон в реальной жизни. И как я вижу, очень крепкий сон в Майнкрафте. Я сплю просто как убитый. Тут С4 взрывается, хоть и игрушечные вертолеты летают, но все же летают. Я гномов всяких убиваю. Как мне туда про... Слушай, ты смотри, как он разлегся просто на всю кровать. Я даже с этой стороны пройти не могу. Мне нужно ему отрезать ногу. Как это все сделать? Какую ногу? Какая у меня нога была? Левая, левая нога. Так, хорошо. Мне нужно как-то забраться туда наверх. Опа. И да, еще парочку древесинки мне нужно, чтобы забраться. Так. Фу. 2, 3, 4, 5. Вот это... А, вот зачем отметка. Ага. Где мне ногу оторвало? Примерно где-то вот тут, да? То есть мне нужно... Ты спи. Храпит. Ох, как храпит. В жизни я на самом деле вроде не храплю. Вроде как, я знаю. Сейчас мне нужно... А, так вот зачем мне С4 дали. Прекрасно. Ладно, мне кажется, что если я его сюда запиндюлю... то как раз-таки вот эту ногу, в принципе, и оторвет. Потому что вот этой зубочисткой, которая сейчас у меня в руках, я вряд ли смогу ее вот так отрезать. А тут внезапно просто хренак, минус нога, я беру ногу, собираю, опа, пиш, и отправляюсь в тот мир. Изи. Вы готовы? Я готов. Идем сюда. Раз. Два. Три. Пока он там в болевом шоке находится, я быстренько собираю вот эти все предметы, чтобы остановить ногу. До свидания. Давай. Замечательно, я вернулся в обычный мир, и ресурсы у меня есть. Так, быстренько нужно восстановить себе же ногу, пока я не потерял слишком много крови. Поэтому давайте погнали, быстро. А потом мы с вами уже погорим и расслабимся, потому что мы с вами проделали слишком огромную работу сегодня. Фу, так, нога. Главное вспомнить, как у меня вообще нога построена, потому что, ну, память у меня не очень. Как-то вот так, что ли? Сейчас напортачу. Ага, о, тут я уже неправильно построил. И вот тут неправильно, да что ж такое-то, а? Как тут было? Вот так, да? Потом, опа, ага, замечательно. И вот сюда. Сейчас все будет нормально, нога будет как новенькая просто. Опа, будешь как огурчик. Сейчас, хап. Изи. Ну, еще вот это будет сломать. Сейчас сломаем. А у меня кирка же есть, да? Ну ты дебил.
Темнеет, темнеет! Включите там свет, пожалуйста, а! О, спасибо! Не знаю, кто это включил, но спасибо. Так, нога как новенькая. Мне кажется, сейчас можно забраться сюда наверх и просто посмотреть. О, Эдисон, ну точнее, я же. Нашел я себе занятие на эту серию. Точнее, это хейтеры. Да, все, все замечательно. Фу. Ну, слава богу, мы справились. Ёханый бабай, как же сложно было. Хейтеры, если вы еще раз заминируете мне ногу, я не знаю, что я с вами сделаю. Отправлю вас в мир. Там, где все из говна состоит. Вот там жить и будете. У меня есть пушка для этого, необходимая. Ну что, ребята, мне кажется, на этом можно заканчивать. Слишком серьезная серия, слишком сложная серия была. Я с гомосексуалистами гномами подрался и на игрушечном вертолете полетал. И одному Эдисону ногу оторвал, пришел другому Эдисону ногу. Это слишком серьезно все было. А ты ставь лайкусик прямо сейчас, вот прям ты на меня смотришь, мне будет очень приятно, если ты поставишь лайкусик на этот видос, и если ты подпишешься на мой канал, и обязательно нажмешь на пря-пря-дин-дин-дин на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики. Ребятушечки, спасибо вам всем огромное за просмотр, спасибо, что досмотрели серию до конца, посмотрим, что же будет в следующей серии, посмотрим, какой же рецепт и способ приготовил мне мой дедушка как раз-таки на следующий видос. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока!